Уважаю, ребята. Синего не хватает оттенка. Вот, не хватает.
Смотри, что здесь человечка. Принял нейролептик второй. Ночь приму, наверное, может нет, может вообще не буду понимать, подожду долгое время. Все это обратится в прах.
Смотрите, какая красивая дизайн, какой красивый кашель. Гораздо красивее любого, что я рисовал. Какие цвета, какие оттенки насыщенные. Настоящий искусство. Скорее всего, она дизайнерша, дизайнерка скопировала с какого-то великого художника прошлого, кто работал в цвете и такие цветы. У нее вкус есть. Что, ребята, поговорим, нет? Поговорим. Ни о чем. Как говорил Ким Кинкл. А зачем ты это сделал? Я не знаю. С тобой кто-нибудь разговаривает? С тобой кто-нибудь был? Со мной вообще никто не разговаривал. Интересно, как он сказал. Я вообще ничего не разговаривал. Я был в порядке.